Всем доброе утро, всем доброго времени суток. Самому-самому шикарному сообществу. Физкульт-привет. Милое мое сообщество, вы это видео будете смотреть, когда я буду находиться уже в Турции. Я лечу в гости к своему ребенку, к своей дочери, к Катрусеньке. Вот сейчас бегу на тест. Утром нужно сдать тест. 72 часа. Бегу на тест. Обязательно встретимся у меня дома. Я на месте, прибежала. Район 3 километров. Передо мной люди. Не страшно, людей немного. 7:30 утра. Спецзаказы в Турцию. Культурная программа. У меня ребенок читающий, Дюма и 2 книги Булгакова. Говорит, найди дома 3 книги мне. Нашла. Так. Это угощение будет, презенты, зефирчик, 2 упаковочки зефира. Вот, маленькие упаковочки, 3 коробочки стрелы, рижские шпроты, соус заказ, чаи. Это все заказ конкретно. Ну и крема, это презенты женщинам. И что бы вы думали, заказ? Чипсы. Чипсы Лейс любимые. В Турции ужасные, говорит. В тубах не нравятся ей. Чипсы везу. Ну, сейчас посмотрим холодильничек. И холодильничек. Дошла очередь до холодильника. Як там спевает Верка Сердючка? Ой, горилка, це горилка. Хортися срібна. Хорошая водка, говорят. По литру взяла, 2 литра. Икра. Икра заказывала на сайте. 500 грамм, немцы, банка. Герметически закрыто все. Вот, пожалуйста, 500 грамм. Брауншвейгская колбаса, СК. Сыр Бри Дижон, Франция. Сыр Лазурь, пожалуйста, кусок такой взяла. С плесенью, там этого нету. Мой ребенок такой любит. Различные нарезки, беконы, пожалуйста, дарницкие балыки, пожалуйста. СК-колбаска, это все дарницкие балыки, пожалуйста, стол завален. Украинская мама еды в гости. Вот, пожалуйста, срок реализации прекрасный, все просматривала. Ну, что у нас еще, девочки? О, сырки, заказал ребенок плавленые сырки, хочет салатик сделать, огонек. Прекрасно, мама привезет. Сгущеночка! Белорусская сгущеночка. Кстати, в Турции нету. Это презенты. Презенты. Это презенты. Мой ребенок сладкое не ест. Вообще. Ни зефир, ни конфеты, ни сгущенка. Он это не понимает. Это презенты будут. Ну и вот, пожалуйста. Колбаска сашейка. Это не куриная. Мамочка сделала 2 кружочка. О! Так. Сало генеральское. Вот, пожалуйста, 2 куска генеральского. Все по килограмму. Килограмм, даже больше немножко, подчаровка. Она будет запекаться в духовке. Это все заморозка. Сало. Вот это сало, девчата, как масло. Як я его купляла? Я прихожу и кажу. Лечу до дитини в Турцию. Люди, дайте гарного сала. Тетя Галя, жіночка летить в Турцию до дитини, до своєї. А ну дайте своє сало. З-під поли достали сало, одрізали. По-людськи, по-человечески. Сало масло, просто масло. Так, хорошо, дальше идем. И вот такие вот, извините за выражение, гомняшки. Ну, ребенок мой любит. Икорка, это минтай с копченой семгой. Различные закусочные намазки, там в Турции этого нету. Ребенок мой это любит, пусть балуется. Там такой сырок я взяла. В Турции свои сыры. Турки едят свое. Мой ребенок хочет своего. Ну вот, пожалуйста. Все. В термические пакеты буду класть. Купила пакеты, термопакеты. И все, пакеты. Вот это холодильничек. Ну что, девчата. Украинская мама еды в гости. Точно, как Верка Сердючка. Помните фильм? Величне століття. Паша. Так Вера Сердючка я казала. Паша! Ты маму слухай! Ну, вот так, так и у меня. Ну что, будем упаковывать.
Нахожусь в аэропорту Борисполь. Все, прошла уже. Паспортный контроль. Это зона duty-free. Спросила свои любимые духи Шосейдо. Нету. Но стоили 70 евро. За такие деньги я могу купить и в Киеве дома. Знаю места. Гуляю. Мне еще рано. Сейчас возьму кофе, выпью кофе и жду своего вылета. Аэропорт Борисполь. Ожидаю посадки. Курс на Истанбул. Под нами Черное море. В 2023 году этот аэропорт будет самый большой аэропорт мира – Истанбул. А в Истанбуле был аэропорт почти в центре города имени Ататюрка. Его турки местные обожают, любили очень этот аэропорт имени Ататюрка. Еще в Стамбуле есть аэропорт имени Сабихи Гекчен. Сабиха Гекчен – это приемная дочь Ататюрка. У Ататюрка было 8 приемных детей. Он взял под свое крыло 8 приемных детей. Сабиха Гекчен. Первый пилот Турции, военный пилот. Значит, два аэропорта. Вот этот большой аэропорт новый и аэропорт имени Сабихи Гекчен. Произвели посадку прекрасно, мягко, отлично просто, с Божьей помощью. Все, я в Истамбуле. Все мы знаем. Иду на паспортный контроль. Махина, просто пентагонище. Я уже в машине своих детей. Едем домой. Виталий Мичанов, товар. Огромнейший аэропорт, огромнейший, просто Пентагон. Сейчас въезжаем на мост и будем ехать через Босфор.
через Босфор три моста. Сейчас проезжаем залив Мраморного моря. Немножко мрачно здесь. В Стамбуле было солнечно, а здесь мрачно немножко. Хорошие, шикарные дороги. Шикарные. С Украиной не сравнить. Дороги платные, конечно. Уже дома, обязательно покажу квартиру, обязательно покажу всем дом. Вот мы на кухне моего ребенка, посмотрите. Моя Катрусенька готовит чай. Будем пить зеленый чай, не по-турецки, не черный, а зеленый чай. Я привезла зеленый чай. Вот это кухня. Вот, пожалуйста, ну покажу вам стены. Катя, черные? Черные. Черные стены сделала. Вот, пожалуйста. Ну, у меня избушка дома на курьих ножках, как Катя говорит. А я смеюсь. Посмотрите, какие кибаны. Это мои еще кульки надо убрать. С дороги кульки, это все уберется. Вот, пожалуйста. Вот балкон. Здесь пьем чай, можем сидеть. Вот стекла в пол, открывается. Хороший вид на зелень, просто прекрасно. Отдыхаем. Наш Денис уехал на работу, меня привез и уехал на работу. Зять Денис. В переводе с турецкого «море». Вот перед вами салон. Турецкий салон. Вот такие кибаны здесь. Узнаете? Катя обожает фильм «Интерны». Да, Катенька? Ага. «Интерны» смотрит. Она обалдеет от этого фильма. Приготовила чай. Сейчас себе приносит стаканчик. Вот мой сыр, бридижон и с плесенью лазурь. А я буду турецкий сыр есть. Вот, пожалуйста. Мой стаканчик зеленого чая. И сыр турецкий у меня двух видов. Очень вкусный. Я уже попробовала. Эта картина написана Дениза папой. И такой роскошный вид на Мраморное море. Это залив Мраморного моря. Игрушки. Здесь у нас есть котик. Играется игрушками. Ну что, будем с Катенькой смотреть «Интерны» и отдыхать будем. Общаться будем. До встречи. Любите себя. Как всегда, у меня небольшая ремарочка. Мы балдеем. А вот наш питомец гуляет. Он у нас просто султан. Так. Ну что? До встречи всем. Крипы у вас есть.